Опа. На! Это он! Хорош! Я не понял, откуда он. Я говорю, это самое затратное видео в истории всех видео. Давай, дефа, я... А, он... А, не, не, на КТ, на КТ. Вантапик, я всем вантапик дал. Короче, они все где-то там. О, кентуха. О, кентуха. Откуда у него такие дорогие скины? Просто откуда вы? Здорово всем, ребята, кентуха на проводе. И я опять позвал этих двух нахлебников, чтобы они меня обанкротили. Пацаны, поздоровайтесь. Добре все, мужички и девочки. Алембуа всем. Братва, прямо сегодня снимаю рубрику, в которой я покупаю скины, из которых меня мочканут. Все, мужики, давайте расходимся просто войсом и погнали. Ой, нас окружают. Давай, делаешь 1-3. Ох, ребята, как же я переживаю, у них там очень дорогие скины. Так, о, нормально, нас больше. Так, остался один обовин. Остался один обовин. Обовин, брат. Обовин. Чего? Он на нож нет! Он хотел на нож меня посадить. Ой, меня пушат. Это был не он. Он, скорее всего, там. Я выехал. Стажан? За ним. Я выехал. Это не он, другой. У меня хитмаркер был, не засчитал его как так-то. Он хотел меня посадить на нож. Не, мужики, ну это полный фиаско. Я вам отвечаю, это прям очень жестко. Так, ну что же. Так, Рикардик, Бобин и какой-то чел ВВВВВВ. Кто же это, интересно? Слушай, очень даже хорошо. В первом раунде мы ничего не покупаем. Это очень даже хорошо. У меня некромансер. Дайте я его... Короче, тебе нужно найти кентуху. Забайтесь, а я его... Погнали. Щедрый, кинуть его заново! Не знаю, там непонятно. Это он, это он! С некромансера за 2000. Нет, нет! Так, 9 некромансер! Чего? 2250? Мама дорогая, вот это цены! Я просто в шоках! Ладно, ребята, больше не сливаемся. Так, ребят, все, больше не сливаемся, потому что... Ну, камон! Это что за дичь? Все, все, не сливаемся, ребята. Только победа, только вперед. Все, план А. Тут по-любому мы должны запушить. Прям вообще без вариантов. Все, пацаны, поехали. Я надеюсь, он будет, короче, с КТ спавна идти. Кстати, да, если нравится подобная рубрика, прямо сейчас прожмите лайк и подпишитесь. Что? Стингш раунд! Второй раунд! Опа! Это он! Хорош! Он слепой был, он сейчас... Опа, опа, еще одного. Побовен ты вообще неадекват! 1900! А, даже 1918. Прикиньте, скин подорожал просто на глазах. Ох, это прям жестко. Ладно, погнали дальше. Остался мой тиммейт против Бовина. Кто же будет сильнейше? Чекай. О, хорош! Вы видели, что Бобин творит? Но самое главное, мой тиммейт победил. А Бобин играет 6 КД, ничего, он машина. Так, ребятки, давайте сейчас максимально потеем. Настроя! У нас тиммейт ливнул! Все, нам полная габелла. У меня калаш некромансер с атреки. Да ты что? Блин, какой же прикольный калаш все-таки. Так что, ребятки, аккуратненько, потихонечку, помаленечку. Я у мамы один, поэтому мне сливаться нельзя. Их двое настроев. Все, ребят, у нас все шансы на победу. Что? Фабрик Шторм! Это не лом? Я кентуху забрал жестко. Я не успел... А, хорош. А у тебя что за скин? У меня за 700 голды вроде какой-то. Какой же я нубосос! Какой же я нуб! Покупаем! Ай, как же дорого! Мне больно это смотреть. Так, все, нормально, поехали. Счет 3-1. Собрались. Метро Люблино, ребятки. Работаем, работаем, работаем! О, опять калаш. Ой-ой-ой. Ну в этот раз я должен делать килл. Так, так, а какой план? План Б. Мать моя женщина! Меня чуть рандом не забрал. Хорошо, хорошо. Так, ребята, 2 в 2 остались. Ой-ой-ой. 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 Не-не. Нет! Нет! ОКР, некромансер, стоп-рек! Зашел, забрал кентуху, да? С некромансера! Статрейки! Ой, кентух, покупай, кентушка! Это 2000 голдишки! В никуда! Да вы что, вообще неадекватны? Я нищим стану! Куда опять? Драка, опять! Ой-ой-ой-ой, так, ребят, все, короче, я буду играть очень-очень-очень-очень-очень аккуратно! Ядрить, килотить вас за ногу. Просто так вот так в пикселе буду сидеть, в пикселе. Одна фигня падает, ладно, возьмем М110. Так, держи, мальчик, держи, держи, даю. Давай, с некромансера статрейки тоже забери разочек.
О. Нашел! А! О, хорош! Не того. Так, о, у меня дым есть, я и забыл. Имбулечка, просто аккуратно, мне сливаться нельзя! Там щелы, там щелы, там щелы, там щелы. Надо это сделать. Просто джаз дует! Да, мины с тобой, все нормально! Это изи вин! Погребе, погребе. Байчу, байчу, байчу. А, кентуха за моликом спрятался, его не было видно. Да на, ну кентуха, ну ё-моё, киборгуха ты. Рикардо! Он с ножом стоял! Мать моя женщина, это было прям очень-очень жестко! Не, это, конечно, максимально затратная рубрика, просто максимально! Счет 4-2, и мы даже побеждаем! Я не помню ни разу, чтобы мы записывали эту рубрику, чтобы я победил в первом раунде. Вот ни разу такого не было, но, походу, сейчас произойдет. Ай! Чего? М4-1 по блгам! Ты вот знаешь, сколько он стоит? Я говорю, я просто нищий. Блин, ну у меня нет ничего другого, только ножик. Надо нож попробовать. Ой, Кент только забрал жестоко. Бедный Кент. Радует только одно. Хорошо, что это не статрек. Купил. Фух, ребята, все, начинаем потеть. Так, ребят, и как мы видим, моя команда успешно развалила кабины. Имбулечка, прожми лайкусик за это. 5-2. Ну, слушай, ну все-таки у меня неплохие тиммейты. У меня тиммейт играет даже в одно КД, прикиньте, это вообще невозможно. Чтобы играть в одно КД, это киберспортсмен буду какой-то. Так, ребят, ну прям очень даже неплохо. Как же рад, хоть раз в жизни моя команда победит в первом раунде. Так, это у нас Плентик Бэм. Мы берем вот такой аккуратненько молик и бросаем сюда. Ой-ой-ой. Ну кто флешку кинул? Опа, никого нет, реально. Они все через мид идут. А, стоп, это плент А? А, это плент Б. А чё никого нет? Я дефюжу. Это халява, я дефюжу. Я дефюжу. Ну бы. Что? М4-1, паладин. Я выехал. Что? Я не понял, откуда он. В концовочке забрался. Блин, это же не в счет. Или в счет. Блин, потом придется покупать опять. Ну куда, паладин? 1400, мне уже осталось 15к. Минус 10к. Как же это дорого. Нет. Где же я беру голдишки для подобных видеороликов? Вы понимаете, надо очень много голдишечки. Ответ крайне прост. Конечно же, на булдропщике, потому что булдропщик это что? Это топовый дропщик. Так вот, ребята, слушайте меня внимательно. Очень скоро выходит летнее обновление на булдропщике. Там будет новый булпасик и много-много крутое. Но прямо сейчас вы можете залетать на булдропщик и фармить скибидишки. Потом эти скибидишки мне это топовые скины. Также сверху на башкой есть два секретных слова. Вы их вводите и забираете свои призы совершенно бесплатно. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Так, ребята, счет 6-2. Что я могу вам сказать? То, что мне больше сливаться нельзя! Ой-ой-ой-ой-ой, как же это жестко! Так, я жив? Я жив, найсик, все хорошо. О, нету! Так, минус обовин, найсик. На банане чисто. Да, все, это не банан, это портрет. Это кентуха, минус 27. Блин, а, нифига, у него ИОФ Тайгер, МК, офигеть. Нормально забрал челика. Давайте еще кину флешку и резко запушу. Как вам идея? Гениально как будто. Опа! Привет, братух. Да ядрить, кинутите за ногу, АКР стил гриб! А это означает рандомный АКР. Идемте его покупать. Меня даже рандомы мочат. Сири, назови цифры от 1 до 25. 13! Считаем! Так, это у нас 5, 10, 11, 12, 13! АКР скала! Куда? Это же вообще рандомный скин. 1300, ничего себе. Самое-самое главное, чтобы сейчас не было легендарного камбэка. Потому что если будет камбэк, это будет очень-очень плохо. Поэтому камбэку, не-не-не, камбэка не будет, ребят, не переживайте. Как же они надоели, как же они надоели. Первый, второй. Ой, хорош, хорошо. Хорош, кента забрал. Да блин, обовиновый М-спорт. Это 1500. 1500 в никуда. Не, ну это просто прикол какой-то. Куда? Куда? Куда уже дороже? Это блин, 2000. Да за 2000 можно 3 ножа купить, а я один покупаю скин. Все, ребята, больше не сливаюсь. Они начинают камбэчить. Только не это, только не камбэк, умоляю. Только не камбэк. Нет. Блин, М40 где бы уже выпало? Сколько еще ждать ее? Может, она за тестерну не выпадает? Ой. Да ладно тебе! Я только отвернулся, меня Кент забрал, что за фигня? Здорово, пацаны!
Ой, минус обовин. Просто, ребята, с удовольствием большим ставлю жесткую маслину. Все, easy win, 7-4. Ай да красавчики, ай да красавчики. Просто лучшая команда. Обнял, приподнял. Ох, какая, вот эта команда, я понимаю. Просто горжусь нами, с вами. Просто горжусь. Это легендарный момент. Команда Кента ПК побеждает. Я думал, это невозможно, потому что я всегда в этой рубрике проигрывает моя команда в первой катке. Но в этот раз, походу, мы сделали невозможное. М4 Баблгам. Опять! Так. Опа, бегут. Настя, я кентуху похоронил просто одним зажимом. Я твой рот, труба, шатал, обовин. Мой любимый Баблгам. Плаки-плаки. Счет 7-5. Ну все, это уже по-любому решающий раунд. Прям 100%. Берем флешку, пушим КТ-шку. Да-да-да. Нормально. Дал флешку. Ай, блин, я забрал. Чуть-чуть не добежал до чего. Ой, хорошо, так как. Ребят, ну надо, надо тащить. Надо тащить по-любому. Да, минус трик. Еба! Блин, ну кентуха там контролит, блин. Ладно, мы в любом случае его разорили очень неплохо. 9 смертей. Да ты что? Да! Первый раунд забрали, да, мы лучшие, да! Мы это сделали. Ай да красавчики, ребята, я даже ничего не купил. Какая же это импа. Прожмите лайк за это видео, если вы ждали такую долгожданную рубрику. Блин, а может быть он еще захочет одну карточку, чтобы мы точно М40 выбили? О! Хорошая идея. Ну что же, ребятки, а вот и каточка номер 2. Кстати, да, мы ни разу с вами не играли на бризе. И все, бывает впервые. Так, вторая каточка. Надо бы в этом раунде точно разорить этого персика. Так, все, полетели. У меня как раз юспигенезис можно, в принципе, сейчас его... Реально, юспигенезис? Да. Полетели. Лизиум, лизгири. Блин, там, если не ошибаюсь, у Бобина есть юспигенезис. Поэтому лучше от Бобина держаться куда подальше. Из хороших новостей их уже двое, нас трое. Что? Ай, в спину забрали. Ну, нет. Мы слились от Лубасика. О, все, мой тиммейт сделал все за меня. Обожаю таких тиммейтов, братанчик. Сердечко для тебя. О, это какой-то мой подписчик. Здорово, брат. Здорово, вродники. Привет, братуха. Кладите в ухо. Так, это у нас снова плент Б. Так, ладно. Полетели с Дигуа хотя бы арканочного за 200 голды сливать кента. Так, и кто у нас тут? Кто? О, минус Рикардик. Ой, блин. Он запушил КТ-спаун. Так, там Абовин сзади, у Абовина дигл. Вдруг у него другой дигл. Ой, попал. У Абовина, возможно, другой дигл. Так, чел, ты иди первый, мама один. Нет! Desert Eagle Fusion! Нет! Первый. Хорош, кента забрал, хорош! Найс. Оу май, 383. Ну, спасибо, хотя бы не Desert Eagle, а какой-то статрек. Знаете что, не зря меня называют повелителем дробашей. Я в этом раунде возьму дробаш. Ох, ребят. О, и знаете, где я засяду? Я придумал. О! Хотя нет, как будто плохая идея. Ой, у меня тут дробовичок статреки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. У тебя что? О, у меня тоже, только у меня не статреки. Ай, ну Вася. А теперь смотрите мой план гениальный. Пацаны, всем здорово. Что? Палит дробаш фризит. Я тоже дробаш взял. Я подвис. На. Я в прыжке кентуху забрал. Фу, нет, нет, нет. Сколько? Сколько? Косарь! Куда? Куда? Куда уже все? Все, все, ребят, я не нуб. Я начинаю потеть. Так, счет 2-1. Я придумал гениальный план. Вот я туда дым кинусь, я буду просто их ждать там. Ну за что ж так жестко, пацаны? Вантапик. Ой, это не он. Он закованный, он закованный, я видел его. А, реально? Все, бегу. Так, ага, и они все будут здесь с этой стороны, по всей видимости. Вантапик, еще один. Не пушим. Мама дорогая. Нет, 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 нет! Обовин М60 меча! Давай, Дефа, я... А, он тут. А, не, не, на КТ, на КТ! Вантапик, я всем вантапик дал! Откуда у него такие дорогие скины? Просто откуда, ва? Ох, ребят, ребят, я не могу на это смотреть! Просто без слез! Какая боль! Какой же я нуб! Хэштег кент не пепа! Погнали в катку. За них еще четвертый тиммейт присоединяется. Я вообще один килл дал, ханай нуб. Так, короче, план такой. План просто такой. Сижу тут и жду кого-то. Тише, тут чел, тут чел. Да нет, Рик! Опять я в М-спорт.
Короче, они все где-то там. О, кентуха! О, кентуха! Опять минус 2 куска! У меня стало 6 ка на балансе. Я тупо нищий. Я не знаю, мужики, я просто превратился в какого-то полного нуба. Кстати, гляньте на килы кентухи в каточке. Нормально, 2 кила дал. Он чисто решил закупаться только в этой катке. У меня вообще ничего не летит. Рик! Опять паладин! Я говорю, это самое затратное видео в истории всех видео. А, он тут. Че, он не вообще не попадает, нифига у него скин. Не, ну это прикол какой-то. 1400, я тупо нищий. Все, ну почему меня все время мочит, почему? Просто, мужики, сегодня реально не мой день. Зато мой тиммейт жестко развалит, красава. Ладно, все, ребят, давайте так, я не буду волноваться. Я просто очень волнуюсь, очень переживаю, чтобы меня не замочили случайно с дорогого скина. И из-за моих волнений я сливаюсь. Там кто-то был. Отстаньте. Блин, этот смог, блин. Там че вы сейчас? Ты видел? Чего? Чего же было? Это лютый стрём! Нет! Обовина 5М16! Ох, ребята, походу это никогда не закончится. Я тупо сливаюсь, как нуб галимый. Я вам отвечаю просто, какой же я нуб! Ребята, давайте дружно напишем хэштег «Кент не Пепа». Возможно, именно ваш хэштег мне поможет затащить в этой... разорительной рубрике! Давай сейчас попробуем, короче, наших пацанов выпустить против кента, проверим, что кентуха будет делать с ними. У меня сольется нож! Или... Ну, как будто хорошая идея. Но мне надо забрать нож. У меня нож дорогой за 4000 голды. Ой, кожа ты фиаско. Ой, не-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 не. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Чел, давай играешь, ты мне махаешь. Я 1-6 играю. Какой же я нуб. Я не знаю, мужики, просто. Я чуть сильно распереживался, разволновался. Нет. Как будто мне габелло, да? Меня даже их тиммейт мочит! О, ну хотя бы дедровый скин. Единственный дешевый скин за все это видео. Спасибо. Это просто такой тильт. Вы даже не представляете, у меня вообще ничего не летит. Как же я расстроен. Ребятки, давайте просто сейчас соберемся. Возьмем волю в кулак и жестко начнем наказывать этих двух нубов. Они тупо мне испортили это видео. Наконец, хоть кого-то я забрал. Ч-ч-ч, где они? Спина, спина! Забрал, минус 2 дал! Я начал играть. Чекай, я крадусь. На нож, у тебя нож дорогой. У тебя тоже дорогой нож, пробуй на нож. А, ну вот. Понял. А их четверо? Найсик. И остался ластовый, ластовый слева. Ну, мы его заберем на изичах, я думаю. Эмочка, китсуне. Добро пожаловать! Ох, не, все-таки не единственный. Еще один дешевый скин. Я, блин, не буду вместо этого покупать рандомный М4-1. Я и так потратил кучу голдишки. Просто тонну. Бездну. Нам осталось выиграть 3 раунда. Окей, 3. 4 раунда! 4 раунда! Это вообще нереально. Хана, рандом играет лучше, чем я. Мужики, сорян за мою игру, но просто... Я просто не знаю, что не летит. Идут челы. Справа. Забрали. Раз. Давай, 2! Так, где третий? О, блин. Я кентуху нашел. Да, блин, я ладно, надо, наверное, перестать уже с ножом бегать. О, давай, это он! Блин. Ну, Кент очень сильно не хотел на нож. Третий тут! С ножом! Фух, это было очень жестко. Я наконец-таки начал играть. Я не верю моим глазам. Так, ну что же, в этом раунде беру М4-1. Это моя любимая пушечка. У меня с нее залетает лучше всего. Фух, ребят, все, давайте, собрались, не волнуемся, не переживаем. Понимаете, в чем причина? Когда ты сильно волнуешься, ты начинаешь из-за этого хуже играть. Все, ребят, главное не переживать. Это всего лишь игра, в которой я могу стать нищим. Да как? Опять фабрик шторм. Найс, забрал кентурика. Покупаем! Бовин, я бы тебе дал бы по твоей огромной лягушачьей... Попочке! Что ты творишь? Мои тиммейты выиграли? Ой, красавцы, пацаны. Дайте мне авик. И авика нет. Ну, давайте поиграем с валом немножко. Так сказать, тряхнем стариной. Все почины, все. Собрались и выиграли. 2 раунда. 2 долбанных раунда. Я потратил нереально много. Прям нереально много. Кто тут? Да, забрали Бовина. Найсик. А, нет, пушит, нет. Блин, кентуха слепой забирает. Тут кто-то есть. Давай. Да, 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 7-5, да! Это прям вот жестко. Блин, я не могу кентик.
Ну блин, да ты еще Кен был, да блин. Мы с вами красавчики, последний решающий раунд. Мы должны это сделать вместе с вами. Прямо сейчас мы должны сделать невозможное. Невозможно, возможно, слышали хоть раз? Это про меня. О нет, ну кто флешку здесь выкидает меня? Куда? Вы видели, сколько их там? Ну почему меня, а не тиммейта? Опять баблгам покупать, ну ядрить колотить. Я кентуху успел забрать, кстати. А, хорош, хорош. Мужики, я официально нищий. Я просто бомж. У меня ничего нету. Все, я потратил почти все, что у меня было. Осталось 3к. Ой, какая же это была. Давайте все вместе хэштег. Жаль кента и кент не пепа. Ой, после... нам нельзя этот раунд слить, кстати. В курсе? Не, все, так халявочка. Кто? Человек, а кто ты воли кинул? Чего? А что они не дефюзят? А чё они не дефюзят? Блин, ГГ. Не, у нас какой-то гений кинул молик. Красавчик. Потому что молик был! Мы выиграли! Да! Я думал, это уже полный тильт! Я думал, уже все, слив! Но мы это сделали! Ну как мы это сделали? Я слился раз в миллиард, это просто... Полнейшая габелла! Короче, братва, если вам нравятся подобные разрительные видеоролики, обязательно прожмите лайкусик. Напомнить, Рикардо, это последнее видео с вами! Вы мне больше не друзья! Что вы сделали? Мы так... Ты рофли, что ли? Мы и так не сильно тебя... Вы тупо две руины! Ребят, с вас лайкусик, подписочки, всем пока-пока!